На конкурс «Дети читают стихи», детский сад номер 114 города Севастополя, средняя группа номер 7, Вичканова Доминика. Пусть дети не знают войны, войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось, и голод, и холод, все им испытать довелось. Пусть мирно живет на планете, пусть дети не знают войны, пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны.